первом в этом году субботнике приняли участие больше 10 тысяч человек. Очистить свои дворы от мусора и прошлогодней листвы вышли жители многоквартирных домов. Одними из самых активных стали жители домов на улице Космонавтов. На первый в этом году субботник Наталья Голованова пришла вместе с сыном. Говорит, вдвоем убирать мусор веселее. И ребенок привыкает к труду. Как-то заложено уже воспитанием. Ну, вы стараетесь вокруг своего дома убирать или еще помогать кому-то? Ну, по возможности. Как говорится, где родился, там пригодился. Вооружилась граблями и Валентина Терешнева. Женщина уверена, субботники – хорошая традиция. При этом не стоит забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Когда выходишь на субботник, чувствуется какое-то единение. Единение, мы сплачиваемся. И потом, когда человек убирает, он уже потом не будет мусорить. Понимаете? В основном надо делать акцент на то, чтобы нам самим поменьше мусорить. Субботник на улице Космонавтов организовал Люберецкий городской жилищный трест. Привезли необходимый инвентарь, вместе с жителями очистили газоны и детские площадки от накопившегося за зиму мусора. По всем 9 же организованы пункты выдачи инвентаря. То есть любой желающий может подойти, взять грабли, взять валик, кисть, то, что ему нужно, и проводить работы, соответственно, в своем дворе. Субботники в городском округе пройдут 10, 17 и 24 апреля. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.